Хорошо, поставила свой рюкзак. У нас сегодня жара. Жара почти 30 градусов. Я в шортиках загораю. Вот они, красотки, катаются. О, ну я тоже катаюсь. Мама. Сейчас тебя и по очереди. И потом Кирюня. Еще конфетку? А попка не слипнется у тебя? Нет? Ну сейчас. Вот она. Бум. Пришли опять в тенечек. Сейчас идем на площадку, которая вчера были. Сейчас дам Кирюнечку. Сейчас зашли, пока она еще тут. Площадочка, тоже тут тенечек, хорошо. Как качельках покататься, да? А, Тана. С подбитыми коленями вчера упала. Вот она. Мне хочу конфетку. Сейчас принесу конфетку. Сейчас схожу, возьму, принесу тебе. Ой, все, мы сегодня будем роллы опять есть? Да! Уже скоро проголодаюсь. Проголодаемся. Ой, у меня до сих пор кашель. Сейчас я конфетку тебе беру. Состательную конфетку. И нас фотографируют. Так я вас снимаю. Да-да. Молодых блогеров. Юных. Есть двое. Да, юных блогеров. Вы скоро, да, на море поедете. Надо об этом всем рассказать, да? Всем! Мама, ну, дай конфетку. Несу. Вот смотри, открываю сейчас тебе. Моя госпожа, я вам конфетку принесла. Сейчас я вам дам в ротик ее прямо так. У меня руки чистые. А? Ой, а что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Теперь я тебя буду кататься. Ой, а какой у тебя локоть? Покажи свой страшный локоть. Подожди, нет, задери. Вон он. Ой, вчера упала. Кстати, локоть сильнее ты подбила вчера, чем колени. Моя рыбочка. Рыбочка моя. Кошечка моя. Бедненькая. Упала вчера. Красота. А что такое? Тебя сейчас тоже буду катать. Вот они. Катают. Понь. Мама показала девчонок, они теперь своих понь. Смотрите, посадили на качель и катают. А я белая красная. Да? Нет, я белая. Показать вам. Классно, вот 9 мая кто-то поздравил ветерана. Вот так вот, смотрите, дверь. Прям здесь написано дверь, короче, подъезда. Вы уже поняли, да? В нашем подъезде живет ветеран с Днем Победы, участник Великой Отечественной войны Поляков Александр Сергеевич. Круто, да? Прикольно. Молодцы, ребята. Пропала кошка. 18 июня пропала кошка на улице Островского. Упала с балкона 4 этажа. Небольшая, черная, с янтарными глазами. Кошка домашняя на улице не была. Огромная просьба, если обладаете любимыми сведениями о местоположении кошки, сообщите, пожалуйста. Дорогие друзья, пожалуйста, закрывайте балконы. Вернее, не выпускайте кошек на балконы. Будьте аккуратнее с этим. Потому что, кстати, это уже не первое объявление, которое я вижу. Там потом еще видела, по-моему, рыжий тоже кот также упал. Ну, жалко котиков. Блин. Кирюнь, тебе жалко, да, упал который? Куркин. Тебе жалко. Тебе жалко. Я дочь котика упала. Так близко не надо тебя. Ты тоже котиков любишь? Ну, пойдем. Пойдемте. Вот она, наша любимая каруселька. У кого в детстве тоже была самая любимая такая. Ну, правда, не такие были у нас. Чуть по-другому. Я когда смотрю, у меня голова аж кружится. И у меня. Ой, у меня, когда я была маленькая, ничего не кружилось. У меня было свистюбе каким-то аппаратом. Все нормально. Вестибулярный, или как там его называют правильно. Да. Вот так вот. А что смешного? Что там смешного?
У Викули такой смех заразный. А где Эвы? Вот она, Эвы. Упала твоя Эпушек. Ну я не понимаю, у вас там... Это радуга. Эхе, Кира кашляет до сих пор. Кида, стой, ту мама. Кида, идем. Будем. Пришли домой. Тут уже как раз у нас вещички постирались. Сейчас повесим эти все дела. И покушаем. Кушаем. А я буду тоже такие. Вот. Рольчики, как всегда. Ну, Кирюня у нас любит. Сегодня у нас не жар, эти не жареные, эти запеченные. Такие вот запеченные волк. Волк. Это и, ну это классические я обычные. Эти такие. типа с рыбочкой. Ой, ладно. Это такие, это да, такие. Давайте поедим сейчас. А такие. Да, Викунькин? Мои будут такие. Только без липки. Да, хорошо. Вот он. Пришли, вышли еще раз на улицу. Сейчас уже 6 часов у нас вечер. Хорошо. Такой запах города свежего. Такие тренажеры у нас. Кира вон нашла занятие. Вика ее катает. Крутит. Это, конечно, он предназначен не для такого. Не для такого маршрута, Кир. Вот такой вот, вот это мне нравится. Становишься так и ножками. Чун-чун-чун-чун. Вот еще есть велосипедик. Вот там мальчики играют. Такой вот есть. Вот они. Девочки. Хохотушечки. Веселушечки. Сколько счастья у Киры. Кира, зачем язык? О, когда же у тебя кашель уже пройдет? На море скоро? Не надо язык показывать. В камеру не надо язык показывать. Да, они вдвоем, видишь, как две ноги. Бум-бум-бум-бум. Как Буба. Я близко, я тебя катаю. Язык зачем вывалила? Фу, некрасиво для девочки язык вываливать. Пи-пи. Крутяшка маленькая. Сколько у детей радость, да, радости, да, настоящих вот этих вот эмоций, чему у них можно вообще поучиться. У нас классные.